Итак, ребят, сейчас я собучу действительно легендарные тасовки с картой, поэтому обязательно поставьте лайк, напишите в комментарии в честь поддержки моих видео и обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще почему-то не подписаны. Ну а сейчас давайте уже приступать к обучению. Смотрите, для этого фокуса, для этой тасовки, для людей это фокус, да, для вас это тасовка, мы укомплектовали колоду карт, то есть полностью от туза до короля, от туза до короля, от туза до короля, от туза до короля. Таким образом мы сможем контролировать чистоту именно тасовки, потому что вначале, возможно, у вас будет что-то не получаться, и вы будете замечать то, что колода немножечко меняет свой порядок. Вообще тасовка реально легкая, и здесь нет никакого специального покрытия, это просто стол и черная ткань, и все равно эту тасовку можно выполнять. Да, не так удобно, как на специальном мягком покрытии. Ну, специально, я имею в виду, типа, взять поролон, подложить, и будет уже в разы проще. Но все же, даже на обычном столе тоже выполняется довольно, ну, как бы легко. Смотрите, что вы делаете. Вы берете колоду, да, и давайте для начала обучимся самой простой версии. Итак, вы берете колоду левой рукой и делите ее примерно пополам. То есть давайте даже я вам переверну верхнюю карту, чтобы вам было более проще следить за тем, где верхняя стопочка, где нижняя. Это, если что, верхняя стопочка. Берем, делим вот примерно пополам и кладем слева от себя. Отлично. Дальше, в принципе, вы берете и сразу замешиваете карты. Но не все так просто. Смотрите, ребят. Здесь есть маленький момент, маленькая хитрость. Это у вас нижняя стопочка, это верхняя. И что вы делаете? В первую очередь, ваша задача с правой стопочки, с нижней, слистать карт 5. То есть вот, 1, 2, 3, 4, 5. И только после этого уже замешивать и левую стопочку. И когда вы все дело замешиваете, вы здесь все сбрасываете, а в левой стопочке верхней карты тоже должны упасть сверху. Хотя бы там карты 2-3. Вначале берите побольше карт, тоже 5. И таким образом у вас в верхней стопочке сверху лежит карт 5, да? А в нижней стопочке у вас снизу лежит карт 5. Да? Давайте еще раз. Колода карт взяли, поделили примерно пополам, положили слева от себя. Взяли, приготовились перемешивать карты в карту, но не сразу замешиваем, а здесь в правой стопочке мы замешиваем 1, 2, 3, 4, 5. И дальше замешиваем карту в карту, в карту, в карту. Здесь уже остается мало карт, здесь все сбрасываем. И здесь мы тоже все дело сбрасываем. Таким образом у вас опять же здесь лежит, допустим, 6 карт сверху, да, и здесь карт тоже 5-6 снизу. Таким образом вам это упростит перемешивание. Знаю, как это сейчас было не очень грамотно сказано, но я думаю, вы суть поняли. Еще раз взяли, поделили примерно напополам. То есть это у вас верхняя стопочка, это нижняя. Взяли в хват, чтобы перемешивать карту в карту. Скинули 1, 2, 3, 4, 5 карт. Начали замешивать, здесь все сбросили, здесь все сбросили. Отлично. После этого вы берете и начинаете якобы подравнивать, 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 подравнивать. И буквально, когда у вас осталось здесь буквально чуть-чуть, вы просто берете и вот здесь вот, в этот угол надавливаете левой рукой, а в этот угол надавливаете правой рукой. И у вас происходит вот такая вот ситуация, что карты у вас, видите, проезжают сквозь колоду. И вы дальше можете их выхватить и подснять. И у вас ничего не изменится. То есть сейчас я вам покажу более подробно. Вот. Весь порядок у нас остался. Еще раз взяли, поделили примерно напополам. Здесь начали скидывать 1, 2, 3, 4, 5. Замешали, замешали, замешали. Сверху кинули тоже несколько карт. Начали подравнивать. И в процессе вот таким вот образом просто начинаете эти карты сдвигать. И у вас карты, ну, были вот так и начинают так вот разъезжаться. И дальше вы правой рукой вот эту стопочку начинаете подравнивать. И сразу же ее выхватываете и бросаете наверх. А давайте, чтобы было еще более понятно, я просто переверну эту стопочку. То есть вот, у нас две стопочки. Одна лицом вверх, другая лицом вниз. Кстати, это же одна из вариаций на трюк. Перемешиваем, то есть здесь скинули несколько карт, начали замешивать, замешивать. Здесь сбросили и здесь сбросили. Якобы немножечко начали задвигать, подравнивать. И в какой-то момент мы начинаем их вот так вот сдвигать. Далее вот так вот их выхватываем и сразу же вытягиваем и бросаем наверх. Таким образом мы никак наши карты не перемешали. Это на самом деле очень простая, но по сути очень базовая техника, которая вам просто необходима.
если вы хотите как-то классно перемешивать карты именно на столе. Ну, потому что, в принципе, я думаю, логично, что таким способом в воздухе вы никак карты не перемешаете. Да, то есть взяли карты, скинули какое-то количество карт, замешали карты в карту, сбросили здесь, скинули наверх, якобы начали подравнивать, да, и начали давить по углам. Карты у вас разъезжаются, делая вот такой вот, не знаю, как это сказать, что. И дальше просто здесь аккуратненько вот так вот выравниваете и сразу же выхватываете. И выносите вперед. И дальше бросаете все дело наверх. Таким образом, вы никак вообще не перемешиваете ваши карты. То есть карты как лежали, так и остаются лежать. И зритель реально думает, как же так. И в принципе вы можете это сделать несколько раз. То есть замешали, допустим, раз, да, бум, бум, вытянули, бросили. И опять еще раз взяли, где там наша половинка, вот, взяли, поделили, перемешали, да, сдвинули, вытянули и бросили наверх. Кто-то скажет, что это довольно палевно вот так вот брать и перемешивать, то есть, ну, перемешивать это беспалевно, но я имею в виду то, что вот такое вот движение, это палевно. Я скажу, в принципе, да. Но это самая простая версия данной тасовки. Этих версий, левелов, так сказать, уровней есть 7. Ну, по крайней мере, я знаю 7 уровней. Я вам рассказал самый первый, самый базовый, самый простой. Если вам интересно узнать более сложные версии, тогда обязательно пишите об этом в комментарии. И я объясню вам, как сделать сложный, без такого явного проталкивания, с разными интересными моментами, которые выглядят в разы более правдоподобно, с разной подрезкой, с разными сдвигами, но это реально будет сложно. Поэтому, если это вам интересно, пишите об этом в комментарии. Ребят, на этом все. Спасибо. Пока.